привет. Здравствуйте. Знаете, я, наверное, сам до конца не понимаю, в чем проблема и есть ли она вообще. Расскажи поподробнее. Ну, на самом деле, мой отец хороший человек, он многое делает для меня. Каждый раз я хочу показать ему, что я могу, но выходит все как-то по-другому. Давай, давай! Давай, снижай! Макс, если честно, я не думаю, что тебе нужна моя помощь.